Без дипломов и памятных призов в этот вечер не ушел никто из исполнителей. Помимо трех победителей, жюри вручило подарки всем участникам. Проводилось и зрительское голосование, по итогам которого победителем стала Елена Неприева. Скажу, это было неожиданностью, потому что все были обаятельные, привлекательные и неотразимые. Единственным участником мужчиной стал Владимир Мамаев. Он занимается вокалом уже много лет. Для выступления на первом городском конкурсе «Серебряный возраст» исполнитель выбрал песню «От героев былых времен». Жюри оценило трогательное и проникновенное исполнение композиции и присудило певцу диплом победителя. Также в дуэте с Людмилой Песковой Владимир Мамаев спел песню «Мы, друзья, перелетные птицы». Я надеюсь, что в дальнейшем, может быть, почаще будут фестивали такие, может, даже приезжать будут откуда-то за зоны. Фестиваль показал, что в нашем городе много пенсионеров, которые готовы выступить и показать свои вокальные данные. Так считают организаторы из партии «Единая Россия». Сначала вокал, потом, возможно, может быть, будет хоровое выступление. И вот эти вот все форматы мы готовы проработать в течение этого года и последующего, следующего года, для того, чтобы действительно было интересно с жителям общаться, ветеранам, пенсионерам общаться между собой. С собой здесь, на нашей площадке. Также в планах провести подобный конкурс между нашими исполнителями и певцами серебряного возраста из Арзамаса. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.